самая красивая машина. Вот привязываем колесо и едем на техком. Документация. Вот что главное. Пилоты не знают, что есть какие-то документы вообще. В том-то и дело. Кроме руля. Итак, дорогие друзья, дамы и господа, еще раз всем здравствуйте, добрый вечер! Приняли решение пролог ехать спокойно, никуда не торопиться, потому что был довольно большой перерыв между гонками, практически, можно сказать, там 4 месяца не ездил. Пролог проехали абсолютно спокойно, если не изменяет память, какие-то там 20 какие-то. Но, в принципе, поскольку пролог не решал ничего, особо не торопились. На первый спецучасток первого дня приняли решение никуда не торопиться, постепенно вкатываться, проехать первый круг, посмотреть, какая дорога, какое покрытие. Потом уже добавить. Проехали, на самом деле, первый круг вообще отлично, на ура. Вторые в классе Т3 в чемпионате России. В абсолюте были седьмые. Ну, результатом были довольны, в принципе, да, все было неплохо. А дальше все пошло сумбурно.
Конечно, объективно бороться с первым местом тяжело, потому что некоторые машины едут в зачете Кубка мира, мы едем в зачете Чемпионата России. Те машины стартуют с интервалом в 3 минуты, и им никто не мешает. Мы догоняем весь хвост Т2 Кубка мира, постоянно в них упираемся, пытаемся обогнать одного, второго, третьего. На каждом теряем, поэтому бороться за победу объективно невозможно. До кучи на втором прохождении этот участка мы пробили колесо, останавливались, меняли колесо, потом была авария. У аварии мы тоже остановились, посмотрели, как у ребят дела, когда убедились, что все окей, поехали дальше. Поэтому чуть подслили. Завтра постараемся добавить, ускориться, и надеюсь, что все у нас растется. Результат был такой, что оказались третьи в Т3. От второго места нас отделяло 4 минуты. Понимали, что они, в принципе, достижимы, да, даже, так скажем, не надо ехать на ушах, надо просто ехать в нашем темпе, и эти 4 минуты мы догоним. Второй день тоже, в принципе, даже приняли решение ехать стабильно, не атаковать. Стартовали мы первый из автомобилей в чемпионате России. За нами стартовал Тони Лауренен, очень быстрый пилот на машине Т1. Мы понимали, что на прямиках у нас будет догонять, сразу договорились, что на прямиках мы его пропускаем, на ебуках он нас пропускает. Он даже понял, что такое ебуки, когда я ему объяснял. Поехали там ровную часть в лесу, там он нас догнал, мы его тут же пропустили, встали за ним. Тоже получили удовольствие, на самом деле, потому что такой опыт ехать в темпе Т1, держаться за ним сзади, пытаться не отставать, так как Тони едет очень быстро. Действительно, иногда даже по меркам Т3 казалось, что за гранью. По-моему, на 18-м километре там был такой небольшой загруз правым поворотом. Продольная была как расщелина, трещина во льду. Мы в нее уперлись задним, на спрыгивании уперлись в нее задним левым колесом. И, собственно, колесо уехало в лес. Обломилась избовая часть привода, которая держит ступицу вместе с тормозным диском и колесом. Вот так вот это получилось. Просидели мы 5 часов в лесу, пока ждали помощи, когда нам привезут необходимые запчасти, чтобы собрать и уехать. Посмотрели прохождение мы второго круга канала. Было достаточно интересно сравнить, кто как едет, кто быстрее, кто медленнее. Там о траектории, правда, уже речи не было, потому что в том месте, где мы стояли, специально померили, колея в песке была уже порядка, 15-20 сантиметров. Мы не ожидали, что будет такое покрытие, ехали на раллийных шинах. Во-первых, они меньше, соответственно, клиренс меньше, во-вторых, они жестче. И поэтому, может быть, это является одной из причин, что колесо у нас отделилось от автомобиля, потому что были очень жесткие приходы, удары по подвеске и так далее. Так что вот так вот для нас прошла эта гонка «Северный лес 2020». Конечно, не то, чего мы ожидали. В принципе, ехали мы с желанием побороться за первое место. Но это гонки фразы «shit happens». Что-то иногда случается. Поэтому будем готовиться к следующему этапу. И надеемся, что у нас все получится.